Итак, «Атлант» сегодня встречался с череповецкой «Северсталью». С нами защитник Алексей Петров. Алексей, ну чего не хватило для победы? И как восстановление после травм проходит у вас лично? Лично у меня все отлично. После травмы, в принципе, хорошо себя чувствовал на игре. Но по игре, конечно, надо забивать голы, чтобы выигрывать. Сегодня играло три НХЛовца, которые уехали от нас. Это Худобин, Тютин и Стольберг. Вот чувствовалось ли на площадке их отсутствие, учитывая, что вы все-таки играли в прошлом матче вместе с двумя из них? Ну, конечно, ребята влились в коллектив уже, часть команды. Это ведущие игроки нашей команды. Конечно, чувствуется их отсутствие. Василий Кошечкин – это, можно сказать, гроза нашей команды. В этом сезоне нам не удалось его пробить. Два матча на ноль он отыграл против «Атланты». Это действительно супер-голкипер или чего-то не хватает нападения, остроты какой-то нам? Голкипер действительно очень хорош. Мы это прекрасно знали, но ему уже забивают другие команды. Значит, и мы должны были. Там же не стена стоит, тоже человек. Будем говорить, что сегодня у «Атланты» не получилось, но впереди ведь, как сказал главный тренер команды Сергей Светлов, еще 11 матчей, и ближайший – это битва с «Витязем». Что нам сулит? Нам нужно выигрывать, и, конечно, нам нужна помощь болельщиков. Конечно, после таких игр они могут обидеться, так сказать, на нас, но без них нам, конечно, не выбраться. Так что ждем в четверг полный зал, и тогда с ними, с болельщиками, мы сможем победить? 100%. Только с ними. Алексей, спасибо вам, успехов и удачи «Атланту».